Сегодня в театре «Глобус» премьера сезона. Режиссер Артем Терехин на малой сцене поставил спектакль «Звездный час по местному времени». Это история о том, как легко стать героем для окружающих и как сложно для самого себя. Алексей Кудинов уже посмотрел спектакль. Колька – заурядный житель советского захолустья. В будни где-то работает, в выходные ошивается по округе. Пристает к знакомым с разговорами о погоде. Но и для такого героя однажды может наступить звездный час. Нужно только ляпнуть какую-нибудь глупость в компании собутыльников. Уезжай, вот чего! Куда ты уезжаешь? Да вот! Подвернулось тут одно дело. Это неожиданное для самого Кольки заявление взбудоражило сонный городок. Местные хулиганы, красавицы и старушки все бросаются собирать парня в дорогу. Пакуют чемодан, накрывают на стол, распродают мебель и сдают квартиру новому постояльцу. Мы сделали эту историю про 61-й год. То есть действие это 61-й год, апрель, когда, собственно, Гагарин полетел в космос. Почему это важно? Потому что тогда в сознании людей поселилась такая мысль, что можно выйти в трансцендентное, да, то есть можно выйти за пределы какие-то невозможного. И, собственно, и в этом ключе получается, что вот главный герой Коля, он становится таким локальным Гагарином для всех, потому что он вырывается за пределы города, как буквально за пределы орбиты. Этот сюжет многие знают по фильму «Облако рай». Правда, в своей ленте кинорежиссер Николай Досталь создал образ тоскливого городка позднесоветского периода. В театре от бытовухи постарались совсем отказаться. Действие, хоть и происходит среди хорошо узнаваемых панельных многоэтажек, все-таки не социальная драма, а скорее притча. И с фильмом спектакль связывает только сюжетная канва. Киносценарий, написанный драматургом Георгием Николаевым в 1978 году. Ну, мы посмотрели так для всеобщего ознакомления, но мы абсолютно ничего оттуда не брали. У нас своя история получилась. Эта история абсолютно не бытовая. Надеюсь, мы сможем передать это. Спектакль ставит перед зрителями много вопросов. Стоит ли уезжать из родного города? Нужно ли всеми силами становиться героем? Или для того, чтобы круто изменить судьбу, можно просто поменяться внутренне? Алексей Кудинов, Константин Менин, Новости ОТС.